Всем привет! На обзоре колоночки от компании Altronic и от компании Vibe. Друзья, то есть почему такой обзор? Сейчас объясню, почему две колонки. Потому что есть любители, допустим, таких горизонтальных колонок, да? Например, как вот эти модельки, например, как вот эта моделька. Так, смотрите, слева у нас модель Altronic 2034. И справа от нас моделька Vibe X3 Pro. Vibe Nitro X3 Pro. Друзья, то есть все эти данные колоночки, они идут как бы как в таком формате, можно вертикально стать, и в формате горизонтально. То есть почему конкретно их две? Ну, много людей, знаете, задают вопросы, то есть почему конкретно только Altronic, там сравнить там JBL, там Sony, Sven, там, допустим, да, друзья, ну, да будет так, по мере возможности продукции, да, будем сравнивать. Много задают тоже, вот, пишут, как вы скажете, что такое Hopstar или Hopstar, да, как правильно выговаривать, не скажу точно. Ни разу не брали данную продукцию, предложение есть, да, то есть прям брать с Китая, вот поставки. Но объясню, друзья, почему, допустим, я лично не буду брать их пока в продажу. У нас, объясню, нет представительства, нет импортера, у нас конкретно донатов на данную продукцию, да. Ну, как правильно сказать, нельзя с ними сотрудничать, поймите. То есть это, будем сказать, китайский бренд. То есть бренд достаточно неплохой, скажу откровенно. Но, друзья, ну, в случае, допустим, каких-то гарантийных моментов, то есть до свидания. Все, это если что, если вам магазин конкретно дает, или продавец, у которого покупаете, да, если он дает, подписывается, выдает надлежащие документы, гарантийные листы, предоставляет чеки и все остальное, да, вы еще можете потребовать какой-то гарантийный случай или хоть что-то от него, там, консультацию, все такое. Поэтому мы не работаем, да, с теми брендами, с которыми мы не имеем сотрудничать, ну, не сможем сотрудничать официально. В общем, разница, понимаете, это очень важно. Вот поэтому на данный момент, то есть мы будем, не то что на данный момент, а вообще будем, да, допустим, покупать, закупать и предлагать людям реализовать те продукты, касаемо портативной акустики, да, за те, которые мы сможем отвечать официально, то есть, понимаете, то есть, допустим, случаи-то есть, допустим, и попадаются в разных моделях, разных производителей, да, косяки, где-то заводской брак, где-то, может, ударили там, и потом идет спорный вопрос, это при доставке, или это у вас какая была продукция, да, но это очень важно, поэтому, друзья, то есть, буду делать по мере поступления, по мере возможности, да, то есть, те ролики, которые, чтобы вам предлагать, понимаете, и за это потом не краснеть. На данный момент официальное сотрудничество у нас с брендом Altronic и Vibe Nitro. Поэтому вот так вот. Так, ну что, давайте вкратце, смотрите, жевать сейчас не буду полностью, да, по всему разбору, там кто чем дышит, то есть какая там, с чего состоит. Это будет попозже. А, кстати, на Altronic 2034 есть обзорчик полный, кстати, смотрите на нашем канале. Вот, а на Vibe X3 Pro Nitro пока еще нет. Отдельно, ну, запилим, скоро будет. Нет времени просто в обрез. Вот, и, кстати, они уходят, даже не успевая их конкретно, как бы, делать им обзор. Ну, не получается. Люди просто приезжают, как бы, к нам на точку, да, и говорят, так и так, слушайте, вот, покажите, что ассортимент, да, сравнение, все. Ну, вот, пожалуйста. Вот то же самое сейчас хочу вам представить. Тоже выбирайте. Так, поехали. Сейчас на данный момент у нас играет Altronic 2034. По размерам, по габаритам, все, опять же, есть на нашем официальном сайте altronicrossiya.ru или сайт partnermuzon.ru, смотрите там. Вот, она немножко больше, например, от Vibe, да, то есть, но, соответственно, по мощностям заявлено 2034, заявлено 40 ватт, по-моему, да, у нас? Уже сам забыл, хочу сделать сравнение. А, извиняюсь, 36 ватт, друзья, 36 ватт, вот у нее коробочка, да, вот, чтобы вы видели. Вот, а Vibe X3 Pro, вот, заявлят до 100 ватт, то есть, как бы, да, 100 ватт, как бы, такая махненькая штучка. Сейчас даже вот масштаб вам показать, вам. Ну, просто я же говорю, опять ролик на коленке, прямо вот сейчас вот, поэтому, ну, меня просто человечек как бы ждет, говорит, не горизонтально, чтобы на плечо мне, говорит, ходить. Вот, друзья, например, все видели рулон скотча обычный, да, вот примерно, вот рулон скотч, вот, вот примерно такой формат, да,
такая, вот вы видите. Вот, а вот, ну, то есть вот так вот, примерно такой формат. Вот, дальше потом по всем параметрам, то, по весу, там по мощностям динамика, ЛКБ, то есть все расскажу по отдельности. На, еще раз повторюсь, на Eltronic 234 есть полный обзор, то есть смотрите на канале. По White Nitro X3 Pro пока еще нет. Так, ну, тут главное, еще попросил звук послушать. Я хочу послушать звук, хотя бы в ролике, в наушниках. Ну, что, давайте запустим эту тему. Так, сейчас мы накрутим по максимуму. Eltronic 234. Сказать, то есть 234, я хочу сказать, достойный звук, достойный, на мощность 36 ватт, все написано, да, то есть, ну, по комплектации все потом разживем, кстати. Ну, опять же, то есть данный ролик, сейчас повторюсь, есть на канале по X3 Pro. Вот, нету, это попозже сделаю отдельно. Ну, по звуку скажу честно, классно, мне понравилось. Вот, она еще в таком вот формате так вот ставится. Но это для любителей, такой горизонтальный, говорит, на плечо. То есть в комплекте идет также шнурок, как бы, да, такой. Хорошенький, так, хорошего качества, как бы, да, он такой, как ремень безопасности такой. Добротный. Вот, ну, теперь давайте. Сейчас. Чуть она была просто подсевшая. Думал, подзарядить пока немножко. Так, ну. Сейчас давайте теперь запустим. Про. Сейчас накрутим этот же музон. Сейчас, друзья, 1 секунд. We'll be right back.
Сейчас, друзья, а если сейчас еще Анатолий подсевший, казалось, она играет громче. А мы попробуем сейчас от сети напрямую. Так. Теперь нужно будет слушать, подкидывайте наушники и смотрите, слушайте. Какая у вас для вас, будем так сказать, получше. Ну вот, сейчас вот так сюда поставим, да, ну, скажу откровенно, как бы, оба варианта неплохие, хорош. Ну, опять же, да, допустим, Viper Metro X3 Pro. Подсветка, конечно, такая поинтереснее. Считайте, она Firebox. Здесь только у нас динамики. Здесь размер побольше, но она полегче. Это тяжеленькая, потому что корпус НДС сверху ABS пластик. Батарейка здесь побольше. Здесь батарейка поменьше. Ну, более разбор потом конкретно по X3 Pro. Я, скорее всего, завтра, наверное, выложу. Может, послезавтра посмотрю по времени. А, там дальше праздник. Ну, посмотрим. Ну, друзья, по звуку, конечно, как бы неплохо тот и тот, но все-таки, мне кажется, вайб будет посильнее, соответственно, тут немножко мощности, а другие, ну, друзья, и ценник, конечно, немножко отличается. Но я не сказал бы, что сильно там огромно отличается, не знаю, может, там несколько тысяч, там, ну, две там тысячи, то есть, ну, за такой звук, я думаю, не жалко будет отдать. Поэтому, друзья, спасибо за внимание. Приобрести данную продукцию Eltronic можно приобрести с официальной длительной гарантией, плюс техподдержкой в течение года. Мы сможем на официальном сайте eltronicrossia.ru. Также наш сайт партнер muzon.ru. И продукцию Vibe Nitro можно приобрести у нас также на сайте наших партнеров muzon.ru. Также получить официальную длительную гарантию на год. Так что, друзья, по заказам все контакты будут указаны под роликом. Вот, если понравилось, пишите, какая-то моделька, заказать, можете написать мне в WhatsApp, номер будет прикреплен. Если на Muzon заказывать, пожалуйста, там также есть контакты, менеджер вам ответит. Все, спасибо за внимание, до свидания.